Здорово, друзья! Очень часто задают вопрос, как же подключить PlayStation 3 к колонкам. Это делается очень просто. Вы берете свой тюльпан и покупаете переходник AV Jack. Это AV, то есть для тюльпана, а это Jack. Стандартный разъем 3.5. Подключаете белый тюльпан и красный. Желтый не подключаем, он за видео отключает. И просто вставляете в колонки. Затем заходите в настройки. Настройки звука, настройки вывода аудио. Разъем аудиовода, SCART AV Multi. Нажимаете, все.